Сегодня у нас мини-компьютер на Windows 10. Смотрите до конца, и я расскажу о характеристиках мини-компьютера. Итак, начинаем. Всем привет! Сегодня у нас обзор очередной посылки с AliExpress. Посылки мини-компьютер, который я заказывала около месяца назад. Кто не видел, как это было, можете посмотреть, нажав на подсказку в правом верхнем углу. Посылка очень легкая, конечно, но надеюсь, в ней что-нибудь есть. Вернее, есть то, что я заказывала. Видно, что посылка упакована слабо. Хорошо, что есть коробка. В принципе, коробка внешне целая, хотя углы немного помятые. Заказ, кстати, обошелся в 7800 с небольшим рублей. Для такого компьютера я считаю это нормально. Радует то, что посылка хотя бы не пустая. Это сам компьютер, он в пакете. Как видите, здесь кнопка включения, сбоку разъемы, имеется эмблема Intel и наклейка 64 гигабайта. Если честно, я ожидала, что он будет больше. В комплекте инструкция по эксплуатации. С одной стороны на английском, а с другой стороны на китайском. Здесь, как видите, больше ничего нет. В этой коробке тоже все в пакете. Это сетевой адаптер с китайским штекером, но продавец положил переходник. Ждите следующее видео, где я расскажу подробно, какие игры он тянет. А чтобы не потерять канал, не забудь подписаться. Ставь лайк. До встречи!